Много добрых слов в свой адрес услышали педагоги-организаторы лагеря. Мне очень понравилось, тут всегда весело, и, ну, как бы, все ребята очень веселые и прикольные, вот. Тут всегда вкусно кормят и хорошо веселят ребят. За время лагерной смены проведены спортивные, творческие и другие развлекательные мероприятия. Очень здоровский лагерь, мне очень понравилось. Много различных спортивных мероприятий. И просто хорошо проводить время. Лагерь – это отлично. Мне очень понравилось. Особенно для маленьких деток, когда скучно дома, здесь можно найти много различных друзей. И преподаватели очень хорошие, очень хорошо кормят. Так что приходите все сюда. Мне очень сильно понравилось лагерь, потому что это очень добрые люди, даже добрее, чем у нас в школе. Здесь очень весело, каждый божий день развлечения. Мне очень понравилось играть в лапту, в которую я ни разу не умела играть. Вот просто научилась. Спасибо большое всем, кто меня научил играть в эту лапту. За активное участие в жизни лагеря воспитанники получили грамоты, благодарственные письма и памятные подарки. Лагерной сменой довольны не только дети, но и сами педагоги. Хочется поблагодарить лагерь, сказать всем спасибо, всем ребятам, всему педагогическому составу. Вот, и всем-всем-всем спасибо. Дети, в свою очередь, отблагодарили взрослых песнями, танцами и другими концертными номерами.